Никто не знает, что он такое делает, но у него есть галочка ВКонтакте, да, то есть я считаю, что если у человека есть галочка ВКонтакте, то есть 2 миллиона рублей, они говорят, это серьезно, это серьезно, вот это серьезно та сумма, за которую я бы еще мог подумать. Ну, подумать это, разумеется, тоже на самом деле. И, понимаете, многие начали там осуждать вот этих вот всех людей, но некоторые люди, я хочу заметить, некоторые люди, любой бы человек сделал, которому нужны деньги, а ты бы так не сделал, ну да, ну вот папа говори, да, мы тебе все верим, мы тебе поверим, и вообще и там по всем умершим людям скорбишь там по 2 месяца, не выпускаешь ролики. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Новость, которую мы сегодня обсудим, она, безусловно, касается каждого из нас. Не то чтобы вот только ютуберов, а вообще каждого из нас. Человек, который смотрит данный видеоролик, или человек, который не смотрит данный видеоролик, но смотрит видеоролики других GTA самп ютуберов. Человек, который качает сборки, человек, который не качает сборки. Самп ютуберы, которые вот заливают стиллеры в свои сборки, и самп ютуберы, которые не заливают стиллеры в свои сборки, но хотят или подумывали бы об этом за какую-то определенную сумму. И, понимаете, все возвращается вот как раз ко всему этому пранку Фантомаса. Вот не то чтобы пранку, а проверки, можно так сказать, на честность человека, когда совсем такие, знаете, зеленый маленький ютубер-шаман залил стиллер в свою сборку за, по-моему, 2000 рублей. Про это у меня был отдельный ролик на канале, и там я тогда сказал, что вот в самом деле на его месте так поступил бы каждый. Возможно, залил бы за большую сумму денег. Возможно, там, я не знаю, ну, сделал это как-то все немного по-другому, но тем не менее, каждый на месте вот этих вот всех ютуберов залил бы эту самую сборку. И хорошо, что сейчас в обществе на самом деле многие уже начали понимать, что стиллеры в сборках — это не то чтобы что-то такое новое, какое-то там новшество и многое-многое другое. Нет, то есть все абсолютно точно не так, потому что стиллеры в сборках, они были, будут и, я не знаю, и будут еще. Я не знаю, как еще это все можно сказать. В общем-то, к чему я все это говорю? Как обычно это и бывает, несколько минут я говорю ни о чем, а остальные там 2-3 я уже раскрываю тему. Так вот, вообще, в чем была вся вот эта вот проблема, из-за чего я решил заснять данный видеоролик? GTA самп ютубер Ися, которого никто не знает, кто это такой, никто не знает, чем он знаменит, никто не знает, что он такое делает, но у него есть галочка ВКонтакте, да, то есть я считаю, что если у человека есть галочка ВКонтакте, то он должен быть, ну, хотя бы, ну, хоть сколь-нибудь интересен для кого бы то ни было, да. Разумеется, есть исключения по типу Гусейн Гасанова, допустим, или там Иси, да, который, ну, кто такой, блядь, Ися, хоть кто-то ебет, сука, чем знаменит этот самый Ися? Никто не знает, кто это такой, никто не знает, чем он знаменит, у него ролики, блядь, набирают по 2000 просмотров при 50 тысячах подписчиков, и поэтому, как бы, ладно, Ися — это отдельный разговор, отдельный монолог, блядь, там у меня много роликов было насчет него, казалось бы, такого невзрачного персонажа, но, тем не менее, ролики у меня насчет него были, поэтому, ну, как-то вот тут уже придираться или делать что-то прочее я не буду. Для этого есть отдельные рубрики, там, на моем втором, третьем, не знаю, четвертом, пятом канале Семен, можете туда, разумеется, подписаться, если вам все это интересно, но неважно. В общем-то, ютубер Ися, которого, опять хочу напомнить, никто не знает, он выложил на свою страничку ВКонтакте пост следующего содержания. Там скриншот, в котором Денкозор Лаунж говорит, что ему за вот стиллер в какую-то из последующих сборок предложили 50 тысяч рублей. И казалось бы, 50 тысяч рублей, ну такая вот сумма. Вот на первый взгляд, многим она может показаться большой, но по факту, ну, для Денкозора, я думаю, 50 тысяч рублей, ну это абсолютно точно ничего. И потом у них так закрутился, завертелся разговор, диалог, монолог, там вся прочая хуйня, и Денкозор по итогу вот во всем этом монологе, диалоги и во всем прочем, сказал, что, мол, ну, типа, я бы за 500 000 рублей, допустим, подумал бы, там, запихнуть стиллер или не запихнуть. Когда человек говорит, что он бы подумал, то это значит, что он уже процентов на 85, там, я не знаю, 80% готов, а остальные 15-20, уж извините, никуда не денешься от этого, да, то есть от этого абсолютно точно никуда не деться. И за это, вроде как, некоторые люди начали его осуждать, типа, блядь, чуваки тебе доверяют, чуваки тебе верят, а ты можешь вот так вот за каких-то 500 000 рублей залить стиллер в сборку, ну типа ты чё? И мне, кстати, после моего того ролика про Фантомаса и вообще там про вот все эти стиллеры, про все эти сборки, про шаманов, которые заливают стиллеры в свои сборки за 2000 рублей, типа, ну, тоже начали писать с предложением, мол, а за сколько ты можешь залить стиллер в сбор? И на что я отвечаю, там, 1 000 000 рублей, то есть 2 миллиона рублей, они говорят, это серьезно, это серьезно, вот это серьезно та сумма, за которую я бы еще мог подумать. Ну подумать это, разумеется, тоже 80% то, что залью, остальные 15-20, уж извините, куда деваться, да, то есть вот что-то подобие того. И понимаете, в чем дело? Некоторые люди начали осуждать Денкозора там за то, что он вот может залить стиллер в сборку. Некоторые люди начали осуждать Исю за то, что он слил переписку. Хотя логично, что это все делалось в рамках рофла и типа, ну,
переписка, она такая, типа, она не особо настоящая, не особо такая, типа, ну, ну вот рофловая, дружеская такая переписка, это понятно, и то, что там и Ися слил, я уверен, то есть по согласию Дэнказо, или там по рофлу, да, тоже слил, и поэтому, как бы, ну, такой, я не думаю, что вот этот вот его поступок, когда он слил переписку и сказал, мол, не качайте сборки от Дэнказора, это какой-то вот такой, знаете, жест того, что вот я, мол, рыцарь такой вот, который на страже ваших вот этих вот компьютеров, чтобы там никакие луа-скрипты, чтобы там никакие вот эти вот РМС и ничего прочего не залилось. Ну, кто в это вообще верит? Ну, на самом деле. И, понимаете, многие начали там осуждать вот этих вот всех людей, но некоторые люди, я хочу заметить, некоторые люди стали говорить, что, мол, да нет, да ты чё, типа, ну ты бы так не сделал. Вот на этом вот месте чуваки такие, не-не-не-не-не, я бы так не сделал. Да-да-да-да-да. Любой бы человек сделал, которому нужны деньги, а ты бы так не сделал. Ну да, ну, ну вот папа говори, да-да-да, мы тебе все верим, мы тебе поверим. Да-да, все-все, ты такой морал-факт, ты моралист, ты вообще там, я не знаю, ты и тетю Марас Шакура, наверное, оплакивал. И вообще, и там по всем умершим людям скорбишь, там, по 2 месяца не выпускаешь ролики. Ну, как, ну ты серьезно, блядь. Ну, о чем можно тут говорить? Ну, что ты вообще такое говоришь? Кто ты-то? Каков твой генетический код, ты мне скажи. Но в целом, что я могу сказать? В очередной раз, моя вот это вот, мое мнение, мои мысли в голове, вот то, что я думаю, то, как я считаю, оно совпадает с большинством. Да, разумеется, заливать стиллер в сборке это плохо, но еще хуже быть тупым. Еще хуже быть тупым и скачивать сборки от GTA Sam Q. Вот это еще хуже, чем чуваки, которые заливают стиллер в свои сборки. Типа, ну залили и залили, блять, господи. Я понял, если бы там человек, какой-то друг, да, допустим, Ися Дэнказору говорит, мол, Дэнказор, слушай, а скинь-ка мне, пожалуйста, вот это вот твои настройки для микрофона, конфиг, конфигурацию, а Дэнказор скидывает там какой-нибудь RMS и типа и рофлит потом над Иси. Вот это да, вот это уже хуёво, вот это уже плохо. А в остальном, блять, да им же похуй на вас. Я всегда это говорил, я всегда это утверждал, что вот для этих людей вот эта вот циферка на канале подписчиков, это не живые люди, это вот чисто циферка, да, которая либо растет в зависимости от того, что он делает, каких мнений, каких вообще, я не знаю, каких суждений он придерживается, либо она не растет вследствие чего-либо. И вот за этой самой циферкой они все гонятся, за этой самой циферкой вот они все-таки как-то, ну, в общем, хотят, чтобы она росла. Вот и все. Тут больше ничего и не сказать. Однако, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. IP Arizona Roleplay Phoenix, сервер, на котором я снимал данный геймплей, находится в описании данного видео. Там же в описании находится ссылочка на мой телеграм-канал, туда тоже можете заходить, там уже более 500 участников, заходите, подписывайтесь, там мои подкасты, там какие-то видеоролики, какие-то ответы GTA сам ютуберам, которые мне могут быть посвящены, я там на все это отвечу, я там все это комментирую, и вообще, заходите, смотрите и узнавайте всю эту информацию именно там.